А мы гуляем по травке, по травке, по травке, муравки. Потому что здесь... Да, скосили, видите, покоси. Сирень, сирень, цветет сирень. Зацвела сирень в моем садочке. Красиво в парке. Ты пришла в сиреневом платочке. Красиво в парке. Ты пришла, и я пришел. И тебе, и мне хорошо. Не обращай внимания на дорогу. Сделайте, пожалуйста, идем по травке. Нет, не обращай внимания на дорожки. Вон там есть хорошая дорожка, можно по ней пойти. Вот эту сделать, она проходная. Да, дорожка. Сейчас пойдем к коту, музыканту, баянисту, фольклористу. Гармонист. Гармонисту. Музыкальному. Наведаемся к нему в гости, мы к нему зимой заходили. Потом тут было не очень удобно ему заходить в гости. Потом здесь все покосили. А запах вообще вкусный. Запах вот этой прела, сейчас скажу даже, прела сушеной травы. Все-таки вот этот сенцата запах чувствуется. Если в Африке такое унюхаешь, сразу вспомнишь нашу, да, академию. Да, сиренька красивая вообще. Все только набирает свет. Только набирает свет. Кстати, в Солнечногорске будет фестиваль сирени. Вот таких березок, кроме как у нас на севере, нигде не встретишь. Ну да, кстати. Посмотрите, ствол какой. Белоснежный, да, белоснежный. Смотрите. Просто. Да, запомните. Потому что приезжали крымчане к нам, я уже, наверное, не один раз говорила об этом, они удивились толщине наших стволов березовых. Это еще, да, это русская, вот именно вот это вот размерчик как раз, русский размер, именно северный вот такой. Сам, да. Да, сам ствол такой, да. Наш. Да, березонька красивая. Какая-то есть еще, какое-то есть стихотворение красивое, расцвела, и кудри золотистые. Нет, и забыла, представляете? Какое-то стихотворение помнила в детстве. Идем гуляем, дышим свежим воздухом. Наслаждаемся нашей парковой зоне. Приятно, что подстрижена трава. Очень опрятно выглядит все. А вот и кот наш. Сыграй-ка нам, котик. Чутка приржавел, конечно. Ну ничего, он немножко, ну он уже с возрастом стареет, ведь правильно? Ну, надо обновить. Да, но все равно. Порядок не там, где его наводят, где поддерживают. Позитивно мыслим, Александр мыслим, Анатольевич, мыслим. Позитивно. Он, да, на него смотришь, прямо да. Хочется. Он побрился. Нет, он хорошо играет. Да, играет, да. Классно. Частушки наши, слышишь? Да, слышишь птички? Давай послушаем птичек.